Проверка связи отрядов специального назначения номер 3, Индиевая Десница. 01, есть. 1-2, на связи. 2-13, есть. 2-14, есть. 2-15. Начало записи протокола операции «Кордун». Центр, первый канал общий, второй командирский. Информацию на общий канал. Принято. Объект «Теневая цитадель», предположительно один из уровней закулисья. Первичная цель операции – осмотр цитадели, измерения на наличие проживающих здесь опасных сущностей, поиски следов пребывания майора Майсамаши во время заточения. Вторичная цель операции – сбор всех полезных образцов. «05, сектор К чист». «Протей, 2. Спускаемся на уровень ниже. «06, крыло 3Р чисто». «02, западный парапет чисто». «Центр, сканер не показывает точной границы. Измерение представляет собой не евклидово пространство. Мы будем стараться сильно не рассредотачиваться». Айсмен, ты далеко? Никак нет, сэр. Ко мне с третьим кейсом. Есть. О, интересно. Центр, обнаружен фрагмент руки человека. Принято, пакуйте. Сержант Баро, что показывает КТР Ридер? Сэр, пока ноль. Здесь все мертво, около 90 тысяч хромозом назад. Группа 4-1, что у вас? Мы вошли в зал СК-4. Двигаемся вперед. Там впереди что-то есть. Всем отделениям будьте предельно внимательны, не оставляйте после себя лишних следов. Это 2-0, видим объект, заходим с другой стороны. А, это небольшой автомобиль, но что он здесь делает? В некоторых случаях помимо пропажи вещей пропадали еще и предметы, видимо, и такие большие. Там есть что-то внутри. Да, сэр, сейчас посмотрим. О, ничего себе. Что там? Твердотельный накопитель. Отдайте Бонкману, пусть он разбирается. Сержант Баро, что показывает КТР Ридер? Что-то не так, сэр, здесь может что-то произойти, нам следовало бы уходить отсюда. Хорошо, двигаемся вперед. Центр, это капитан Айва. Мы на уровне БТВ-3-1. Ниже все затоплено. Нужны экзокостюмы системы Акари. Принято. Продвигайтесь вглубь. Нижними уровнями займемся позже. Зарядов для трассер-треков хватает? Так точно. Продолжайте работу.
1-4, коридор 3Т чисто. Один-один, зал ВБ-2 чисто. Группа-1, переходим на уровень ниже. Центр, говорит командир группы 2-0, капитан Орто. На твердотопливном накопителе найдены документы с общим названием проект Октарин. О, я думал, это выдумка. Нет, это давно утерянные разработки тяжелого экзокостюма. В научно-исследовательском институте ими займутся. Каплан, доложите. Все коридоры на перекрестках исследованы. 8 ведут в тупик, 4 других ведут в новые лабиринты. Нам нужны еще трассера для дальнейшего изучения. Каплан? Ебать! Говорит 1-10, у меня контакт. Центр, группа 1, бегом на уровень СР-6. Каплан, разрешаю открывать огонь на поражение. Говорит Каплан. Контакт потерян. Как ваше самочувствие? Неважно. Привкус библиты в глазах темнит. Дожидайтесь своих и ждите указаний. Вас понял. Центр. Группа 2 вышла к залу эвакуации. Группа 1. Поднимаемся к залу эвакуации. Центр, говорит майор Айзекс, все группы выведены на нейтраль. Образцы собраны, карта дополнена. Для дальнейшего изучения в это измерение нам потребуется больше ресурсов. Разрешите вернуться на базу. Отлично. Майор, в течение 2 минут в зале 9Е можете устанавливать ресивер. Сейчас вам вышлют координаты. Можете начинать приготовление к отправке на базу. Так точно. Все, выдвигаемся.